А врачи перинатального центра организовали акцию «Всей семьей готовимся к рождению ребенка». Она посвящена году семьи в России, объявленному Владимиром Путиным, и году детства в Якутии. Сегодня специалисты рассказали о всех тонкостях подготовки семьи к будущим родам. Также научили будущих пап, как правильно оказывать помощь роженице в каждом из периодов родов. Это помогает будущим мамам при рождении ребенка. Благодаря такой подготовке роды пройдут намного легче. Цель этой акции – возродить семейные ценности, чтобы вся семья была вовлечена в процесс подготовки к родам и чтобы семьи успешно родили здоровых и желанных детей. Такие мероприятия мы проводим, конечно, не первый раз, но в этом году у нас объявлена акция. Связана она с тем, что в стране объявлен год семьи.